Ну что ж, теперь начинаем нестандартный народ дурдом. Во-первых, вследствие того, что я не могу даже построить мининг-шипы, у меня тут больная просадка будет очень большая. Ни констракшн, ни мининг я не могу построить. Проблема. Дерьмо. Как бы с ними договориться-то так? В принципе, я, наверное, даже дестройеру не смогу построить, ну да. Мне не хватает данного типа ресурсов. Короче, они мне пошибали все мои конструкторы, да? Нет, не все. Если я смогу здесь хотя бы построить парочку колоний. Здесь. Так, мне нужно гражданское мининг судно, да? У меня сейчас с этим большие проблемы. Но выбора нету. Ладно, какой будем газгольдер? Давай газгольдер. Мне нужно убрать окулон, да? Это щиты. Генератор нет. Нет. Тоже нет. Тоже нет. О, блин, дерьмо. А что ж тогда? Где кулон? Где мне надо быть тогда? Понятно, в принципе, на что тут кулон нужен. У меня это нового типа. Блин, газшип, да? Единственное, что мы можем, это убрать тебя, получается, да? У нас будет. Газ Мининг Стейшн, конечно, сейчас никак нам не сделать. Да, слушай, дерьмовато у меня положение вещей. Хотя бы сможем построить. Так, и мне нужно, получается, теперь просто Мининг Шип. То же самое удаляем, но тут походу немножко побольше надо будет удалить. Что? Это что ли удалять?
Так, ладно. Без уклона ничего не могу сделать, это я понял. Блин, идиотизм какой-то. Как с этой позиции выкручиваться, я даже не знаю. Я просто в такую осаду взяли, что я ничего не могу сделать. Да нет, тут ни хрена. Мы тут проигрываем, и тут довольно-таки серьезно. Реально встряли сейчас без акулона. А акулон это вообще газ или что? Акулон это у нас вот здесь производится, на этой планете. Это металл. Блин, а как тогда его вообще корабли строились-то у меня? Вот вопрос такой скромный. Так, ну я не знаю, народ, что делать. Единственный вариант это дебильный, делать вот так вот. Все. У меня пипец, просто нет вариантов. Потому что у меня ни одного гражданского нормального корабля. Сейчас будем дерьмо корабли делать. Без этого сраного акулона, как оказалось, которого, блин. Что не построили, как сначала они строили вот это вот, мне вот очень интересно. Ну они вот начали всякую херотень строить, пипец просто. Что это за хрень? Титан Бим, конечно. Сейчас они построят здесь что-то. Они так же, как и я, не могут ничего сделать.
Даже я не знаю, что можно поделать. У меня застой из одного металла. Сейчас реально единственная надежда. Они еще транспортники начали строить. Не, народ, это никуда не катит. Это я так не могу. Это просто пипец. Это я перезагружаюсь, это долго. Акул он сраный. Это капец какой-то, слушай. Вот почему он сейчас нужен, кто-нибудь не объяснит. До этого я его не брал, он не нужен. Сейчас он, блин, понадобился. Не знаю, короче, я пробовал и так, и сяк. В общем, добавил мне на одну из планет этот один минерал. Но это как-то чрезвычайно странно, слушай. Да, и кстати говоря, дестройеров может подулучшить или на туре капитальный попробую сделать. Совсем забыл, что мне корабли нужны, ладно. Ну, давай сначала посмотрим, что здесь будет. Жмут меня добротно. Нон-стоп. Так, ладно, давай-ка по исследованиям пройдемся. Мне нужна тогда, получается, колонизация других миров в любом случае, вулканических. Куда не денешься? Я не понимаю, почему, брат, те ресурсы теперь мне нужны. Кани, Кайса, здесь мы еще будем. Хайв. Это вообще ни разу не интересно. Начинаем делать то, что хотя бы с чем сможем разобраться. Сейчас, наверное, надо капитальный корабль мне построить. Thank you.
Но он стопом нападает. Какая-то жесть. Чего они могут предложить? Так, дай-ка это сфоткаю и прочитаю, что здесь написано. У меня такое впечатление, будто они меня просят покинуть просто тупо колонии, совсем охренели. Это не пираты какие-то, блин, террористы. Да уйди ты нафиг, а. Сейчас попробуем заценить. Довольно жестко. Так. Наши военные советники рекомендуют им атаковать скрытую пиратскую базу Тилуса, чтобы уничтожить этих пиратов из нашей колонии. Наземную атаку. Ах ты, ёлы-палы. То есть у нас наземные атаки. Вот как они ко мне прибирались. Да, модифицируюсь. Я думал, он там деньги дает или колонию какую-нибудь. Не. Да, частично, конечно, с этой одной ерундовинкой уже получше как-то. Так, колони шип. Колонизейшн МК-3 мы можем строить? Да. Да, я согласен, очуметь можно. Что они вытворяют? Прикинь. Так, улучшаем. Так, ориентировочно у меня должны здесь базы начать строиться. Такая жесткая игра получается, что просто пипец. Конечно, не против, но, по-моему, это слишком уже. Так, главная база МК-2. Значит, перестройку. Так, пока суть до дела. Некоторые корабли строятся. Давай-ка я начну строительство кораблей посильнее. Ну, блин, попробуем хотя бы как-то сбалансировать силы, что ли. Так, народ, короче, я сделал крейсер. К сожалению, вследствие того, что мне не хватает ресурсов ни на нормальный реактор, никуда дальше, пришлось сделать его торпедным. Ну, ничего не поделаешь. Так что да, будем сейчас торпедным крейсером страдать. Так вот, раз, два. Давай я вот здесь вот это сделаю.
десяточек крейсеров. И да, конструкшн шипы мне нужны будут сейчас. Так. Единственное, что мне, в принципе, сейчас может помочь. А ты кто? Так, ну мы вроде более-менее все нормализовали. База нового типа. Вроде бы да. Надо начинать планеты захватывать, так вот попроще немного. Авианосец здесь случайно терся, да? У них нет топлива вообще ни у кого. Меня лишили топлива, что ли, полностью? Добыть того не может. Полностью не могли. Это странные мне корабли какие-то, блин. Как-то они без топлива оказались. Сейчас. Даже здесь топливо есть, и то он стопом идет. А где? Я не понял. А куда топливо могло здесь деться? Не становится так хорошо. Раз на нас тут так начинает наседать, не надо улучшать базу. Щитов уже не хватает. Какая прелесть. Фаерпауэра тоже. О, господи, одни сплошные растраты. Черт подери. Так, ладно, опять пауза. Так, кстати, народ, нашел интересную вещь. Как оказалось, в этой игре очень забавно. В общем-то, чтобы у вас действовали моды,
Вам нужно запускать через Xen, но не через Launcher. То есть у меня мод Master of Orion просто тупо по факту не работал. Не, ну хотя бы понятно, почему там такие хрени были. Да, там 15-минутное видео, остальное просто тупо удалил. Так, базу я подпеределал. Сейчас попробуем ее рефитнуть. Меня это, честно говоря, немного удивило. Понятно, что за ботва тут началась-то такая. Бред какой-то, честно говоря, сивые кобылы, ну ладно. Ты у меня там как поживаешь? Щит нарастает, фаерпауэр хороший, топлива хватает. Скорость слишком сильно тебе не нужна. У тебя хороший рейндж стрельбы. Они у меня чисто торпедники, кому интересно. Так быстро? А, отлично. Все. Теперь пусть хоть тут лубом, блин, бьются, уродцы. Мне теперь самое главное как-то помочь вот этим вот планетам. Хотя бы средний космопорт сделать. Было бы неплохо. Это не то, билдинг тоже ничего не построить, потому что все, в принципе, мы и так уже построили. Академию можем сделать. Денежка должна идти вверх, да? Да, мы модернизируем все, что можем. Очень все жестко. Пока хотя бы медовые спейспорты поставим. После медовых будет проще хотя бы поставить большие. Так, ну нам тогда надо будет из... Так, здесь у тебя вообще что творится-то хоть? Ну ничего особенного я не вижу. Так. Red нет, build нет. У нас наверняка сейчас сам строишься, да? Да, он пытается построить спейспорт нового типа, я понял. Так, ну тебе тогда надо сразу будет... Или он уже делает это? Не совсем понятно. Так, они поняли уже, что там уже нам им ничего не откусить, в принципе. Хотелось им сюда пойти, да? Thank you.
кошмар здесь творится, ты сам видишь. Просто Алис. В этом году надо будет еще и выживать, еще и колонии строить. Да, мне колонизировать бы пару сейчас вулканических миров было бы самое то. Ну вот как насчет станции быть? Вот это вопрос, так блин, вопрос. Так, что у вас там по этому, что нам нужно? Так, стоп. Так вот надо. Я думал, в этой игре бы скучно. Ой, я яростно ошибался. Мягко сказать. Так, нам надо построить побольше construction ship'ов. Это, вероятно, МК-3, да? Какие construction ship'ы у меня подойдут больше? Construction ship МК-3. Мы можем его построить? Да, их и будем строить. Мы находимся в аду, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Можем даже эту станцию улучшить. Жапахуа. Так, погоди-ка, у меня все торговые суда нового образца. Они что содержат? А, шоку аэротропед, все в порядке. Так, как мне вообще выяснить? Видишь, кого они атакуют? Обрати внимание. Они не космопорт стараются атаковать, а стратегически важные цели. Так, а что у нас здесь такого нужного? Ну, некростон. Ой, шелк и свинец. Это не такие супер важные ресурсы. Давай посмотрим, может есть колониальный корабль. Захватим планету, да еще. Угу. Ну да, понятно все. Раз станция здесь почему-то поперек горла им стоит, значит надо захватить. Ни хрена, он ремонтироваться умеет, да серьезно? Вот это я не ожидал. Так. Давай.
Дистанцию, конечно, мне придется... Я так и знал, что это делать не надо, но вот сделал. Так, вы что хотите? Send money, grift. А, ну да, держу. Вы мне помогаете очень хорошо. Вам претензий вообще никаких. Только, блин, одна благодарность. Так, у меня сейчас все модернизируется. Так, как мне вычислить этих дурацких пиратов-то, ёлы-палы? Блин, а где они здесь? Может, радар-станцию построю, смогу их найти? Кстати говоря, идея. У меня есть, в принципе, возможность постройки дальнобойного радара. Дальнобойного, в смысле, имеется в виду. Дальнего. Я могу его ближайшие к себе вот планеты, к примеру, здесь спокойно запендюрить. К примеру, да? Так, ладно, если мне не суждено, как говорится, подыхать от нее, давай посмотрим, что у нас здесь по радарам есть. 8000, 40000. Long range-то есть? Хрен тут есть long range. Не вижу я тут long range сканера, это плохо. Вообще, где он изучается? Давай попробуем его найти, что ли. Так, давай-ка мы сделаем вот так вот long range сканер. Потом ты изучай вот эту хрень и вот эту хрень. Блин. Может, с помощью сканера этого сможем найти эти пиратские базы, потому что это какой-то кошмар лютый. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вообще как-то эти базы-то должны хоть помечаться. Скрытые пиратские базы. Как мне их, блин, находить-то? Японская... Погоди. А что это за пометочка такая? Можно вопрос? Моя станция, все правильно. Пометочка, не знаю. И чё, поймешь. И что вот это за пометки такие? Сразу в школу не ходить, просто сиди, думай.
А мне бы найти пометочку, где пираты у нас, сволочуги редкостные. Ты хочешь сказать, что они там уж? Я не знаю, мы вообще сюда сможем долететь? По-моему, это маловероятно. Маловероятно, что они здесь так далеко будут торчать. Они где-то должны быть поближе. Мы хотя бы тут пару планет уже захватили, это и то будет. Ну, хотя, если так уж сказать честно, я уж не знаю, в какой-то стороне гуд, в который и гад. Запутался немного. Осадили по полной. Ретроид. Могу до третьего. Так что да, до третьего. Штампусимся. Штапуясимся. Пока строим еще колониальные корабли. Чуют, что жопа будет скоро, да, чуют. Будет вам жопа, я вам обеспечу ее. Сначала разберусь, где вы, твари, находитесь. Что надо? Мы даем вам 300 кредитов. Держите и защищайтесь от нападений многотысячных пиратов. Как это назвать вообще? Так, по идее, Long Range сканер я уже должен был изучить. Да. Они продолжают изучать там свою хинею. Вот 750. И 1 миллион, это уж потом. Ладно, хорошо, пока строим хотя бы какой-то сканер, который у нас будет. Сколько там времени-то уже прошло? 44 минуты, да? Ладно, я на этом закончу. В следующих сериях увидимся. Всем удачи, всем пока.